Привет всем! С вами Ольга со своим реальным и честным обзором, как всегда. Ничего не рекламирую, только делюсь своими впечатлениями. Ну и что сегодня? Совсем недавно у меня выходило видео с Али Скидки. Я вас туда направляла на Скинсити за чудесным боксиком от них за 31, да, по-моему, евро. Ну что, получила я сегодня посылку с этого сайта. Заметьте, очень быстро, недели не прошло. И чтобы тут немножко сразу со стола почистить, помните, я вам говорила, что если вы заказываете что-то с этого сайта, чтобы вы проходили ниже и не забывали заказывать бесплатные для вас, ну, штучки, которые предлагает вам Скинсити. Так вот, ко всему, что я получила, как всегда, вот если вы отмечаете, вы получите вот такая наподобие косметички. И в ней всегда еще есть вот такая сумка. Посмотрите, какая классная. Все эко, эко, эко. Мы же за природу, никаких целлофановых пакетов. А кому-то и обувь в школу детям носить. Посмотрите, как хорошо. Это вы получите всегда абсолютно бесплатно. Так, потом я получила, так я это сразу отложу, чтобы оно нам не мешало. Я получила еще вот таких куколок девочек, вот сзади меня они у меня стоят, я их собираю, люблю девчонок, таких кукляшных, у меня дочка любит с ними играть. Ну что, посмотрим на этот раз. Вот все было в такой красивой коробочке, все абсолютно бесплатно. И всегда по сезонам и везде они разными цветами попадаются, никогда не угадаешь. Вот такая красотулька мраморная, вот такая девчуля. У меня есть уже наподобие такой, только в другом цвете. Да? Вот видно, да? Одна такая в розовушечку ушла, другая серенькая. Ну вот, еще одна подружка прибыла. Хорошо. Это мы уходим. И пробники. И там еще абсолютно бесплатно два пробника каких-нибудь. Я выбрала, конечно, Paula's Choice с SPF 50, потому что я все эти пробники коплю для поездок куда-то, лето не за горами, SPF-ки всегда нужно, плюс, это же антиоксиданты, плюс Paula's Choice, и 50 SPF, все это хорошо, и я заказала вот такой Clarins, ой, Clarins, господи, Kiehl's, боже мой, простите, люблю Clarins, поэтому не сходит с языка, посмотрите, какой здоровский сыворотка, Recover, да, она, да, Recover концентрат, она у меня уже была, точно в таких же штучках я заказываю, очень удобный формат, поглядите, достаточно ее для поездки, вот такая, она очень, так вот так, очень крутая, очень оживляет кожу, особенно если как-то вы устали, или вот, ну, в переездах другая вода, если вы куда-то поехали, другая вода, другая атмосфера, другое все. Иногда кожа начинает что-то выделываться, выкаблучиваться. Но здесь Kiehl's всегда, конечно, ее поставит на место. Ну ладно, все о пробниках, о бесплатном я уже вам все рассказала. Дальше самое основное. И еще кое-что будет. Вот этот бокс. Давайте посмотрим. Раньше были другие боксы, когда я заказывала. Было такое на магнитике, открывается, и тут были ячейки. Теперь, видимо, пошли мы в эконом-класс. Видимо, на продуктах не экономят, но решили хотя бы на упаковке. Ну ладно, бог с ним, с этой упаковкой. Я ее еще не открывала. Все наполнение я вам зачитывала, цены, все. Ну, буду сейчас уточнять. Ой, как красиво, как всегда. Вот такое наполнение. Так, ну что, маска, да, у нас здесь. Я буду быстро пробегаться. Масочка. Вот так вот, такая интересная, господи. Она прям перфорированная какая-то такая, вот прям вся. Кто у нас, что у нас за бренд? Это Цеуракли. Очень дорогой бренд. Хорошая чайная масочка. Ой, спасибо. Классно, любим. Успокаивающе. Здесь же сразу цена есть. Сколько я говорила же, нет? Получается у нас 5 евро, да? Потом я говорила про эти. Здесь мы находим ампулы. 7 штучек. Давайте посмотрим. Вот Make the Make. Вот так выглядит этот бренд. Интересный. Очень я его люблю. Очень интересный брендик.
Слушайте, да, посмотрите, все как у бобор. Даже первая ампула с таким же, вот, чтобы ломать. Не надо бояться, не надо крутить, просто ломаете, не надо никаких усилий. А с другой стороны остатки этого стекла выходят. Опять на другую ампулу надеваете, опять ломаете, без всяких усилий. Витамин С, 30 евро здесь у нас есть. Люблю, не могу. Все, что ампулы люблю, немножко в доктора играем, да? Ага, что же здесь? Эпионс. Помните, я вам говорила, здесь маска увлажняющая. Эпионс, которую надо делать на 10 минут. Она крем... Ой, как интересно, посмотрите. Не срано, вообще не срано. Сколько? 40 евро стоит полный размер. А здесь у нас пол размера. Посмотрите. Классная масочка. Ой, как... что я показываю? Берет фокус, нет? Попробуем, не попробуем. Надо попробовать, чего я вам покажу. Все закрыто, все прилично, без обмана у волшебника Сулеймана. Так, ну что у нас здесь? Маска обещает увлажнить, морщинки все там убрать, все сделать. Так, питательная масочка голубого цвета. Она у нас такого бледного, такая хорошая. Дайте понюхать. Ой, как же она свежо пахнет. А где же у нас... Она произведена, что в Америке, сделана в Америке. Ой, какая свежесть. Ребятки, это того стоит. Я думаю, точно стоит того. Так, убираем подальше. Хорошая маска. Прям верю в такие маски, в их работу, потому что есть наподобие уже. Мой любимый Версо, только в витамине С. У меня уже столько масок с ниацинамидом, церумов этих, с ретинолом, ниацинамидом, а это витаминка С. Я думаю, мне его хватит, наверное, около 10 раз обычно мне хватает вот такой пипки, стоит он 85 евро, а это полразмера, поэтому, да... Это хорошая, хорошая штучка. Дальше. Тушь. Хорошая тушь. Клоранс. Кто любит такие туши? Давайте посмотрим, какая тут кисточка. Что-то на картинках была такая смешная. Да, на картинках она какая-то другая была. Ну, да, видно, что будет объем. Вот она вся вот такая какая-то очень густая. А, у нее еще на конце, посмотрите, такое... более широкая, чтобы нижние ресницы хорошо было прокрасить. Пахнет, как обычно, тушь Клоранс, что 10 евро стоит. Наполнение, кстати, сказали, что якобы там будет на 123 евро, но я то, что сейчас мы уже смотрим, мне уже радостно на 200. Вот этот крем Элементор, который стоит полный размер 50 евро, он с очень большим процентом ниацинамида, 6%. Написано, что можно его делать и утром, и вечером, пожалуйста. Да, только вокруг глаз не надо делать. Только я думаю, что если вы будете делать, косметику на него не наносите, тогда лучше вечером. Или походите день без косметики. Здорово. Доктор Леви. Кто как его называет, мы называем его доктор Леви. Потому что так нравится нам называть. Умывалочка, которая уберет у вас с носа все ваши и отовсюду черные точки, прыщи, все уберет. Можно как маску делать на небольшое время. Можно после, вот когда основную грязь эту смыли косметику, потом следующим слоем. Ну, подождите хоть минуточку. 40 евро стоит полный размер. 7 дней, а то и меньше. И у вас ничего уже не будет, никаких точек. Можно, кстати, у кого дочки, сыночки в таком возрасте, что случается такое, можно, конечно, на них все испытывать. Этому бренду можно доверять. Угу. Дальше, вот еще один крем Приори, я вам говорила, 70 евро стоит полный размер.
Но здесь они пишут, да, кстати, к этому ко всему прилагалась же вот такая бумаженция, где все описывается, все буквально. Вы не будете в неведении и можете сами все это прочитать. Про него, да, пишут, что можно и утром, и вечером, что он 24 часа будет вас, да, на сухую кожу, 24 часа он вас защитит. Хороший крем. У меня уже был такой. Только опять на него косметику. No. Нет, скатается, придется мыться вам идти. Паула с чумой, с радианс. Маска осветляющая. А что, мы не открыли, да? Мы не открывали, простите. Мы ничего не открыли. Мы не открыли крем с неоцинамидом. Господи, я же не крыса. Я же вам все покажу. Вот белый, обыкновенненький. Я все, скажем, чем пахнет. А то маску открыла, вот такой перламутровый, знаете, вот этот с неоцинамидом. Очень пахнет как-то вот, знаете, я бы не сказала, что слишком дорого пахнет. Пахнет каким-то... А нет, все ушло, и практически запаха не осталось. Может, и сразу так впиталось. Прям так, ох... Жирнокожики, это вообще ваш вариант, это ваше прямо счастье. Ну надо же, прикольно. И давайте приори эти попробуем. Не будем крысятничать, ничего, все, посмотрите, закрыто. Вот здесь, я думаю, мне уже понадобится пинцетик, потому что может немножко дольше занять времени, чем положено. Ох! Приори уже рвется наружу. Господи, да подожди ты. Уже ему не терпится скорее, чтобы его намазали. Ну, куда тебя? Куда тебя? Ну, давай на всю руку намажем. Молочная же кислота, да? Ничего такого же не будет. Одно счастье. Пахнет чем-то аптечным. Вот просто... Прям чувствуется, как будто, ну да, конечно, все крема с кислотами имеют такую интересную специфическую отдушку, как все кислотное. Ладно, теперь уже все остальное я намазала, умывалку я не буду Леви мазать, потому что уже есть одна. Давайте, что тут с этим у нас? Приори я говорила цену, потом у нас, это, кто, что он стоит у нас? Это кто? Маска Paula's Choice. Где я говорила? Не хочу на ней долго останавливаться. Все закрыто, понимаете? Все запечатано в каких-то салафанах. Ну, как все у Paula's Choice. Осветляющее с витамином С. Что они пишут? Хорошую, это что-нибудь я пойму здесь или нет. С неоцинамидом, витамином С. Так, на сухую кожу. И для сухой кожи, и для всех. После, перед ночным кремом или после ночного крема. Раз в неделю, как вам понравится. Это все-таки ночная маска. Было не отмечено, что это ночная, но здесь написано... Перед ночным или после ночного крема, как вы желаете. Интересно, у меня много масок от Paula's Choice, но вот в таком варианте не было. Я думала, другая придет, оранжевая, у них тоже есть такая. Вообще просто перламутр, один у нас идет неоцинамид и витамин С. Как мы знаем, витамин С и неоцинамид это лучшие друзья, товарищ. Он очень такой... Наверное, похож как на силикон, больше такой силиконистый, хорошо растягивается. Пахнет точно так же, как пахнет Приори, потому что там что-то такое. Очень странно. Но этому бренду я точно доверяю, поэтому никаких вопросов к нему возникнуть не должно. Вот кремик, самый дорогущий, который есть по цене, но... Меньше всего представлено в 5 миллилитриках, у которого все анти-эйдж, пептиды свои
226 какие-то пептид полностью запатентованы этим брендом. Как ты называешься? Тебе надо еще выговорить. Все очень... Так. Эксувианс какой-то. Эксувианс. Ребуилд 5. Вот такой малышек. Интересный, интересный. Нет, давайте все-таки понюхаем его. Не из баночки, а на руке. Потому что хочу вам еще рассказать кое-что. Он такой какой-то, вы знаете, полупрозрачный, что ли. Куда его еще можно мазнуть, чтобы вам сказать? Плотненький такой кажется. Кажется, что плотный, но быстро впитывается, пахнет чем-то легким-легким цветочным. Отдаленно, но быстро, быстро выветривается и быстро впитывается. Прекрасно. Посмотрите, он какого-то такого полу... прозрачный, перламутровый какой-то. Самый дорогой, 90 евро с лишним стоит. И последнее, что у нас здесь находится, это вот этот тоник 50 миллилитров. Это довольно-таки много, который стоит 13 евро. Он есть такой и в продаже. Он со спирулиной, с пептидами, с лакрицей, гиалуроном и голубой пижмой. Что же мы сделаем? Там сказали, какой-то будет цвет у него интересный. Мы сейчас проверим, что это за цвет. Бегом, прибегом. Так, давайте проверим. Тут вот, как нам и обещали, вот знаете, вот на руке выглядит прозрачным, а когда наливаешь, есть такой голубоватый оттенок у него. Посмотрите, пахнет. Но я не могу сказать сейчас точно, чем он пахнет, потому что у меня же очень много крема сюда было разного нанесено. Но он плотненький, хороший. Думаю, нам он всем понравится. Ладно, про него. В общем, что, коробка была восхитительная. Если она еще есть на сайте, я уверена, она есть. Я оставлю после слова еще ссылку прямо на этот сайт, где вы можете ее взять за 31 евро. Что у нас еще здесь было? Версо и где-то маска была для лица. В общем, здесь достаточно много. 10 продуктов у нас было. 10. И все рабочие, все прекрасные продукты. А еще вот же. Вот, вот еще чуть не забыли туда в эту коробочку положить. Прекрасно, спасибо SkinCity. Всем оставлю скидку. И что еще здесь было? Не знаю, есть время, нету, но думаю, есть. Есть у нас здесь любители бренда Oskia. Знатоки. Если есть, вам на этот сайт. Этот мист стоит почему-то бешеных денег везде. Около 50 евро. Но сейчас на SkinCity 50% скидка на него. 26 с копейками. Ну, это как тонер, как все. Сейчас попробуем брызнуться. Нет, давайте сначала я прочту вам, чтобы быть... А, еще в коробку мы тушь не положили. Чудо, потерялась же опять. Чтобы понимать, что это за мист и почему я его хватанула. Что здесь положено. Oskia очень такой кусачий бренд. И делает он, конечно, вещи шикарные. Там валяется ниацинамид. Успокаивает кожу, оказывает антиоксидантное и противовоспалительное действие, а также укрепляет и улучшает защитный барьер кожи. Экстракт смитсонита защищает кожу от воздействия ежедневного, ну, этих атмосферных загрязнений. И антигликационный эффект оказывает, что такое, не препятствует склеиванию коллагена и эластина с сахаром. Вот еще идет пояснение. Витамин С в формах содиум, аскорбул и аскорбул тетрасопалмитат. Это в этих формах, не знаю, хорошо это или плохо, но написано, что стимулирует синтез коллагена, оказывает антиоксидантное воздействие, также защищает кожу от всяких загрязнений, каких-то полютантов. Вообще понятия не имею.
Потом низкомолекулярная гиалуронка здесь. ЕУК-134, понятия не имею. Написано, достаточно редкая молекула марганца, которая поглощает свободные радикалы и, по сути, регенерирует себя, оказывая круглосуточную защиту клеток кожи от окисления. Убихинон какой-то, коэнзим Q10 мы знаем, да-да-да, мощный антиоксидант. Потом астаксантин, еще один мощный антиоксидант, эффективность которого в 1000 раз выше, чем у витамина С. Слышали такое? Ну вот, потом не говорите, что не слышали. Микс витамина Е и лецитина смягчает кожу, а также оказывает всякие полезные воздействия. Органическая сера защищает кожу от воздействия полютантов. Что-то все от них защищаются, от этих полютантов. Что такое, непонятно. Способствует уже разглаживанию рельефа кожи. Экстракт японской камелии. Потом еще... Так, что камелия у нас? Борется с окислительным процессом. Экстракт малахита. Ничего себе, богатый медью успокаивает кожу. Это хорошо. Глюканолактон. Глюканолактон увлажняет и смягчает кожу. Ферментированный экстракт дрожжей даже есть. Улучшает естественный защитный барьер и смягчает морщины. И микс эфирных масел. Лаванды, нероли, апельсина, базилика оказывает противовоспалительное действие, придает аромат мисту. Ну что, надо таким брызнуться? Ничего себе, какой здесь, как говорится, составчик. Посмотрим заодно, еще не открывала, посмотрим, что тут за... Ну, пахнет, конечно, шикарно, но, по-моему, этот распылитель все-таки у моровицы такой немножко покруче, помельче будут частицы, но запах очень похож почему-то на мой любимый доктор Хаушка. Очень похожие запахи, а это значит, будет в любимцах. Сейчас он там 50% скидка. Кому интересно, оставлю ссылку. Ну что, мои золотые, на этом буду я заканчивать свой такой коротенький обзорчик. Всех вас люблю, как всегда. Желаю вам хорошей охоты, приятных впечатлений, любви, радости, здоровья. Берегите друг друга. А мы уже с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока.